Семейный причал – ежегодная акция Ленинского района города Бреста, посвященная Международному дню семьи. Это праздник тех, кто ценит своих близких, кто готов заботиться о других и кто понимает значение такого важного понятия в жизни человека, как семья. Для гостей праздника концертные номера подготовили вокальные студии, школьные творческие коллективы, артисты художественной самодеятельности. Сегодня Международный день семьи, и Ленинский район традиционно уже более 10 лет проводит праздник на набережной, посвященный этому прекрасному дню. Каждый год мы стараемся чествовать лучшие семьи Ленинского района. Сегодня мы хотим почествовать молодые семьи, ведь Брест – молодежная столица, поэтому именно молодые семьи сегодня расскажут о том, как им удается крепить семью, какие совместные увлечения, планируют ли они в будущем иметь деток и сколько. Ну, мы сегодня увидим эти семьи. Также сегодня участники нашего праздника увидят победителей конкурса «Семья в кадре». В рамках праздника брестчане познакомились с самыми активными, творческими и дружными семьями Ленинского района. В этом году были выбраны три, и все они – династии – врачей, энергетиков и милиционеров. Пары поделились секретами семейного счастья, рассказали о знакомстве и своих фамилиях. Мы семья Козелов, живем в Бресте, в семье уже 5 лет, скоро будет 17 мая. Самое главное – это дети, в первую очередь, ну и взаимопонимание. Слушаться жену. Познакомились мы на работе. Вот. Ну, секрет, что взаимопонимание, как бы там странно ни звучало, такие простые банальные вещи, уважение, поддержка друг друга. Ну и, соответственно, то, что работаем в одной сфере, как никто другой, понимаем, так сказать, все тяготы службы и поддерживаем друг друга. Я ее очень сильно люблю. Я тебя тоже. В конце праздника прошло чествование победителей конкурса «Семья в кадре». Подарки для лауреатов подготовил Белорусский союз женщин. Василий Набуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.